во-первых, вы сами видите, что вот некоторые вопросы, вернее, пояснения просто, говорится, из пальца высосаны, они выполняются в течение 20 минут, понимаете. А главное, что нарушений при строительстве не было. Он построен в соответствии с проектной документацией, построен в соответствии с экспертизой, в соответствии. Но здесь, вы знаете, коррумпированные чиновники, они вообще пытаются монополизировать вообще рынок. А более того, я скажу вам интересную вещь. Мне вот сегодня только вот сообщили. Это же не чиновники, а вот послушайте, ну, это несерьезное замечание. Они в течение 2 часов исправляются. И, как правило, уже исправлены. Но они же не относятся к городским службам. Вы меня не путаете, я говорю всем о другом. Так вот, меня проинформировали о том, что эмиссары там, ну, они говорят, что якобы от Мямина, значит, приходили и пытались скупить все квартиры, значит, ну, по дешевой цене относительно, ну, меньше 100 тысяч рублей. Хотя известно, что рядом они строят дома и продают по 150-180. Ну, понятно, дипломат, он, говорится, как мозоль, для них свою очередь демпингует. Что вы думаете по поводу комментария от Госстройнадзора? Демпингует цены и, конечно, пытается скупить или как-то, значит, стройку ее, так сказать, будем говорить, оклеветали. Владимир Андреевич, вы слышали, что нам сказали в Госстройнадзоре? Вы этот комментарий можете вот как-то... Я сказал, что сказал сейчас. А сейчас, я ведь говорил, вы только не услышали, что комментарии — это такие вопросы, которые в течение 1,5-2 часов исправляются.